Конечно, депутатский запрос. Хотел бы начать с поручения президента о запрете строительства в предгорьях города Алматы. Цитирую главу государства. «Необходимо провести инвентаризацию предохранных зон в окрестностях города и навести строгий порядок в вопросах их использования». Но, несмотря на это, не совсем понятна ситуация с земельным участком площадью 50 гектаров, расположенным в Лагу в Бастандыкском районе Алматы, который по закону не может быть отчужден, отнесен к водоохранной полосе реки, но постановлением Акимата Карасайского района от 17 июня 2004 года был отчужден известному алматинскому латифундисту, хозяину алматинских гор и хребтов генералу Новикову. И позднее данный участок незаконными сделками перешел в собственность структур Халыкбанка. Дело в том, что решением СМС города Алматы от 1 августа 2023 года иск прокуратуры города Алматы был удовлетворен и таким образом признано незаконным и отменено постановление Акимата Карасайского района от 17 июня 2004 года. По сути, логично, после вступления в законную силу судебного акта, указанный земельный участок должен был быть возвращен в государственную собственность. Но по информационной базе АИС ГЗК указанный земельный участок до сих пор находится в частной собственности аффилированных лиц Тимура Кулебаева. Вот подтверждение, это база АИС ГЗК. Это как можно понять? Получается, олигархат Старого Казахстана препятствует исполнению законных решений суда. –